Здравствуйте, дорогие телезрители! В этом выпуске передачи «Хранители памяти» мы продолжаем рассказ из музея «Новый Иерусалим» об экспонатах, связанных с историей Новоиерусалимского монастыря. Ценность нашей экспозиции заключается еще и в том, что у нас представлены подлинные иконы из иконостасов Воскресенского собора. Но в данном случае мы с вами можем видеть ряд икон, царские врата, которые раньше располагались в иконостасе Голгофской церкви. Сначала обращаю ваше внимание на царские врата, они резные, покрыты позолотой, и на царских вратах сюжет. Мы с вами можем увидеть Гефсиманский сад, в котором находится Спаситель. Спаситель молится и просит, чтобы чаша сия мучения миновала его. А рядом мы видим спящих апостолов. Иконы, которые представлены здесь, это бичевание Христа и Христос в терновом венце. Эти иконы написаны маслом. Здесь мы можем увидеть о некотором влиянии западноевропейской живописи. Это влияние связано прежде всего с Елизаветой Петровной, которая побывала в нашем соборе и монастыре трижды. Первый раз она была в 1744 году. Она, конечно, дала средства материальные для того, чтобы собор впоследствии был оформлен. И в том числе именно в период правления Елизаветы Петровны появляются иконы, написанные маслом. Помимо всего вот этих икон бичевания Христа и Христос в терновом венце, у нас также есть икона апостол Петр и целу Иуды. То есть это икона XVIII века. Далее икона из церкви Успения Пресвятой Богородицы, Христос, пребывающий в темнице. Эти иконы продолжают тему страстей Христовых и Его воскресения, которое имеет первостепенное значение Воскресенскому собору на Иерусалимскому монастырю. Одним из самых интересных экспонатов являются эти иконы. Они сделаны на медных досках, и они из иконостаса, который находится в подземной церкви святых равнобожных Константина и Елены. Иконостас был сделан на средства графа Алексея Григорьевича Разумовского. Эти иконы показывают историю обретения креста Господня. Мы с вами можем видеть, что на усопшую возложили крест, и она воскресла. А рядом стоит святая равноапостольная царица Елена. А вот та икона, которая справа, она нам показывает Константина Великого. Константин Великий – это сын царицы Елены. Константин Великий, мы с вами знаем из истории, он постоянно воевал за объединение Рима, воевал со своим братом Максенцием. И перед одним из своих очередных сражений он увидел в небе крест, надпись «Сим победишь». И вот этот момент, когда он увидел этот крест, и показан на иконе.
Но впоследствии мы знаем из истории, что он выиграл сражение, впоследствии объединил Рим, перенес столицу Рима в Константинополь и образовалось государство Византия. Но также одна икона из представленных в нашей экспозиции называется «Распятие с предстоящими». И на иконе мы можем с вами видеть гору Голгофу, на которой стоит три креста, на которых распяты Спаситель и два разбойника. Спаситель был распят на кресте. Верхняя перекладинка символизирует табличку, которая была прибита на главу Иисуса Христа и разъясняла его вину. «Иисус Назарей, царь иудейский», так звучала эта табличка. Далее мы с вами можем видеть на иконе, что был такой лонгин-сотник, который изображен. Он бросил во время казни Спасителя в ребро Спасителя копье, из него потекла кровь и попала на прародителя Адама, который, по легенде, захоронен под Голгофой. И вот эти кости и череп на иконе также изображены, то есть кости и череп Адама. Также мы с вами можем видеть, что на иконе изображены помимо Спасителя еще два разбойника. И вот здесь воины занимаются тем, что перебивают ноги в голенях. Вообще казнь на кресте приобрела наибольшую популярность в Древнем Риме. И обычно, когда обвиняемый провозглашался такой смертный приговор, это сулило ему жестокие мучения. То есть человек умирал в течение 5 или 6 дней, умирал в основном либо от разрыва органов, либо же от жажды. И чтобы как-то убыстрить этот процесс, иногда обвиняемым перебивали ноги в голенях. Таким образом, они лишались последней опоры и умирали. И мы с вами можем увидеть этот процесс, запечатленный на иконе. А вот со Спасителем была совершенно другая ситуация. То есть для того, чтобы как-то эти страдания сделать более жестокими, да, и длительными, прибивали вот такие дополнительные дощечки, которые создавали, видимо, ощущение опоры под ногами. Также мы с вами можем увидеть, что на иконе изображены вот эти воины, которые играют в кости и делят ризу Спасителя, а также ученики Христа, жены Мироносицы, которые были с ним до самого последнего конца. Помимо всего прочего, мы с вами можем увидеть, что Голгофа, да, она имеет первостепенное значение, потому что именно на Иерусалимском монастыре и в Воскресенском соборе находится Голгофская церковь, символизирует еще и ту самую Голгофу. Так вот, процесс происходит на Голгофе и завершает эту композицию Бог Отец, который также изображен на этой иконе вместе с ангелами. Это икона из коллекции музея Иерусалима, икона начала XIX века. И здесь уже следует говорить об музее, потому что, в общем-то, музей был основан в 1920 году, но собирались коллекции еще начиная с XIX века. Задача сохранения экспонатов и пополнения экспонатов впервые стала перед архимандритом Леонидом Ковельным в XIX веке. Именно он занимался тем, что сохранял коллекции музея и пополнял коллекции вот такими великолепными экспонатами. В данном случае мы с вами видим икону начала XIX века из собрания архимандрита Леонида Ковелина. Дорогие телезрители, мы завершили наш рассказ с исторической экспозицией музея «Новый Иерусалим». Всего вам доброго! До новых встреч!